В день российского студенчества Владимир Ружицкий пообщался с учащимися колледжей, техникумов и высших учебных заведений Люберец. Такие встречи глава округа проводит 25 января ежегодно. Подробнее в сюжете моих коллег. Друзья мои, вас с праздником, здоровья, благополучия, дерзайте. Искренне желаю, чтобы все, что вы задумали, свершилось, сбылось. В Люберцах около 7 тысяч студентов. 14 из них, они особо успешны в учебе, участвуют в общественной жизни округа и волонтерском движении, пришли на встречу с главой. Максим Пракин в этом году оканчивает экономический факультет Российской таможенной академии. В жизни вуза он участвует с первых студенческих дней. Удалось побывать два раза на международном таможенном форуме. И танцевальный марафон я принимал участие, и всякие КВНы. В общем, я доволен. Максим хочет работать в федеральных органах исполнительной власти, а Настя Смирнова мечтает стать учителем начальных классов. Без учебы в наше время никуда. Прелесть студенческой жизни – это дружеская атмосфера, которую мы привносим, которую мы поддерживаем, чтобы никто не остался без внимания, чтобы все чувствовали себя как дома и чтобы для них колледж стал второй семьей. Владимир Ружицкий общается со студентами уже в неформальной обстановке. Отличница Настя Смирнова задала вопрос одна из первых. Вы могли бы рассказать, чем вам запомнились ваши студенческие годы? Я же горное заканчивал. Это практика на шахтах, карьерах, рудниках, на заводах машиностроительных. Это одна сторона медали. А вторая, я 5 лет прожил в общежитии. Это друзья, это товарищи, это и в том числе были дискотеки. У нас в комнате жило 4 человека, и мы до сих пор все дружим. Вопросов в главе округа было много. Без ответа не остался никто. А беседа за чашкой чая только способствовала приятному проведению времени. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.